Новый комплекс, который включает в себя 36 апартаментов, а именно студии 1+1, 2+1 и 3+1. В том числе 5 вилл 4+1 и 6 тенхаусов 3+1. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале «Живой Кипр Саркон Эстейт» и я, ведущая Юля. Сейчас нахожусь на самом популярном пляже Северного Кипра. Знакомьтесь, Лонг Бич. Да-да, именно этот пляж возглавил список Forbes лучших мест для инвестиций в 2021 году. Ну, у нас сейчас не 21 год, а 22, поэтому давайте посмотрим, что же представляет собой Лонг-Бич. Как мы видим, с того времени ничего не изменилось. Песчаный пляж, также место, чтобы лежать на травке, но самое главное – это чистейшая лазурная вода. Прогуливаясь по пляжу, я могу найти песчаную лилию. Интересный факт, что она на грани вымирания, но отдыхающие на Северном Кипре, а именно на Лонг-Бич, могут узреть ее. На этом интересные факты не заканчиваются. Именно на этом пляже морские черепахи карета-карета откладывают свои яйца. А это очень хороший знак, что вода чистая. А вы знали, что мой любимый десерт – это финики? Они не такие калорийные, как шоколадки, но зато очень сладкие и вкусные. Они пока еще не созрели, но как только они будут готовы, я буду приходить сюда, срывать и кушать. А вы знали, что продолжительность этой дорожки примерно 3,5 километра? Поэтому все, кто хотят потерять вес, приходите сюда, ходите в одну сторону и в другую сторону. Представьте, это почти 7 километров примерно. Поэтому путь вам в дорогу. Кстати, здесь не только пешеходная дорожка, но и есть дорожка для велосипедов. Для любителей активно позаниматься спортом есть открытый спортзал. А для детишек неподалеку есть детская игровая площадка. Муниципалитет Северного Кипра позаботился о каждом отдыхающем на территории этого острова. Поэтому мы сейчас наблюдаем детскую игровую площадку для людей с ограниченными возможностями. Для желающих что-нибудь выпить, а также перекусить на территории Лонг-Бич располагается вот такое уютное кафе. И прямо недалеко отсюда будет располагаться новый комплекс, который включает в себя 36 апартаментов, а именно студии 1+1, 2+1 и 3+1. В том числе 5 вилл 4+1 и 6 тенхаусов 3+1. Внешний вид здания имеет интересную необычную форму. На крыше располагается просторная терраса, а на нижнем этаже есть инфраструктура для благоустройства садика. У резидентов комплекса будет возможность пользования общим бассейном на территории комплекса. Это, собственно говоря, локация, где будет находиться ваш будущий комплекс. Только представьте, что в 2025 году здесь будет находиться крутейший комплекс с видом на горы. До моря здесь примерно 600 метров. Это тот самый пляж, где мы только что были, Лонг-Бич. Буквально в 5 минутах езды располагается муниципальная школа, семейное кафе, банки, магазины, базары, все, что необходимо для полноценной жизни. Ну вот и все, дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравился сегодняшний выпуск. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, оставляйте комментарии внизу, и мы обязательно ответим вам. А я напоминаю, что если вам понравилась любая недвижимость на Северном Кипре, обращайтесь к нам по контактам, указанным внизу, и наши менеджеры помогут вам приобрести ее. С вами была я, ваша Юля. Всем пока! Получится.